Я уже пользуюсь случаем, хочу сегодня для себя заказать очень стильный кардиган-пончо. Вы знаете, когда я впервые увидела эту модель, я подумала, что это кардиган. Но когда я надела ее на себя, я поняла, нет, это не простой кардиган, это стильное пончо. Друзья мои, еще раз убеждаюсь в том, что вязаные вещи сегодня очень популярны. Ох, какая мягкость, невероятная, милые женщины. Если вы сегодня ищете для себя легкое пальто, весна, лето, осень, на 3 сезона, мы можем украсить себя этой красотой. Я обожаю вязаные вещи, я могу вам сказать, что такая модель очень оригинальна. Мы так привыкли с вами к драповым пальто, посмотрите, вот почему называется пончо «Свободные рукава». У нас размер от 46 до 58. Очень свободное пальто, я выбираю для себя оттенок, который называется «Сухая роза». Если вы ищете для себя готовый ансамбль, вспомните про платье от бренда Олси Марла и закажите для себя еще пончо-кардиган. Милые наши, у нас для вас еще одна приятная новость. У нас 3 цвета на ваш выбор. Я хочу сказать, для тех женщин, кто любит базовые оттенки универсальные, сегодня выбирают белый цвет. Согласитесь, белый оттенок выглядит очень нарядно. Для тех женщин, кто отдает предпочтение синим, выбирают необычный синий-голубой. Я раньше вязала, моя сестра тоже вязала и ходила в кружок вязания. Чтобы вывязать эту красоту, на руках не получится. Это делают только европейские вязальные машины. А сейчас давайте посмотрим на наших моделей. Знаете, что мне нравится в этом пончо? Пончо полупальто Беверли. Оно идеально подойдет для любого ансамбля. Таня выбирает сегодня для себя брюки. Это брюки Тулуза от бренда Милада. Вы можете прямо сейчас заказать этот образ. Вы видите, насколько красиво вязаное полотно фалдами драпируется в зоне рукава. Рукав летучая мышь. Как мне нравятся такие вязаные, а просто оригинальные вещи. Танечка носит размер 50-52. Пончо Беверли на нашей модели 52 размера. Мы видим свободу рукавов. Мы можем носить свитер, водолазку, а можем надеть блузу. Ольга. Оля выбирает для себя юбку. Очень красивая модель Дарьяна от бренда Благов. И именно под эту юбку очень хорошо подошло пончо Беверли. И блуза Мирита. Это оттенок фуксия. Посмотрите, как красиво! У нас еще и капюшон имеется в наличии. Леночка выбрала у нас размер 50-й пончо Беверли. Он свободно сидит по фигуре. И тоже брюки Тулуза. Итак, если вы хотите и ищете сейчас оригинальную верхнюю базу, я советую вам выбирать вязаное полотно. Кстати, очень красивое решение, и это решение от бренда «Заря». Давайте посмотрим на состав и на вязку. Мне очень нравится, что здесь 30% натурального хлопка. Я рекомендую вам выбирать вещи вязаные, но в состав уже входит хлопок, который отличается эффектным сухим теплом. Вы никогда не будете потеть. Хлопок здесь соединяется с паном. А мы знаем, что пан – это заменитель шерсти. Представьте, как вы наденете эту вещь, как вы будете себя украшать. Посмотрите на это вязаное полотно. Если вы притронетесь к нему, вы почувствуете фактуру. Каждый лепесток словно отдельно вырезан. Я хочу показать вам сейчас, что это не краска. Здесь используются 2 волокна. Посмотрите, какая работа, загружается программа. Вещи бренда «Заря» славятся сегодня по всему миру. Это практичное полотно, ему не будет износа. Вы можете носить эту вещь и передавать ее по наследству. Тем более, что пончо уже 5-й сезон популярно. Если вы ищете сегодня для себя летнее пальто, я предлагаю вам обратить внимание на 2-фазное вязаное полотно с добавлением хлопка и пана. Ваше тело дышит. Но в то же время хлопок обладает эффектом сухого тепла и защиты. Здесь имеется капюшон,
который закроет вашу прическу. И, конечно же, если вдруг подует ветер, он защитит вас и от ветра. Обратите внимание на размеры и закажите свой размер. Мне очень нравится, что эта модель, помимо красивого фактурного принта, имеет очень много деталей. Если вы посмотрите на рукава женщины с богатыми формами, у моей мамы богатый верх, и она обожает носить такие модели. Но помните, раньше мы предлагали пончо-разлетайки, которые надеваются через голову, и они принимали эффект трапеции. Здесь наоборот, у нас бедра кажутся узкими. И мне очень нравится, что в такой модели женщины будут чувствовать себя очень уверенно в маленьких городах и поселках. Такие вещи днем с огнем не найти, что уж говорить о небольших городах. Если мы сейчас зайдем в московские магазины, меньше 5000 рублей вязаное пальто мы с вами не найдем. А если говорить о брендовых моделях, таких как бренд «Заря», это просто находка. И я хочу признаться вам, мне невероятно комфортно. Мне настолько уютно в этом пальто. Оно очень легкое, но в то же время оно меня закрывает. Летящие рукава создают невероятный стиль. Пальто так хорошо садится, и в нем, конечно же, фигура, кажется, она скрыта. Поэтому в этой модели мы можем с вами корректировать свою фигуру. Женщины, у кого есть секреты фигуры? Сегодня, выбирая правильные вещи, мы с вами стройнеем, чувствуем себя защищенно. Это не те вещи, иногда пальто просто не сходится. Вязаные вещи, трикотажные вещи всегда более комфортны и уютны. А еще эту вещь вы можете стирать дома, в домашних условиях. Давайте еще раз посмотрим на наших моделей и еще раз определимся с размером. Таня. У Танечки сдвоенный размер. Верх 50, бедра 52. На нашей модели пальто большего размера 52. Если вы любите свободные вещи, посмотрите, за счет вязаного полотна очень красиво драпируются рукава. Ольга выбирает сегодня свой размер. Оле 54 и пончо-полупальто Беверли размер в размер. Невероятно красивый цвет, который украшает наших девочек и будет украшать вас. Вместительные накладные карманы не придают объема. Они соединяются с основой, и ваши бедра кажутся невероятно узкими. Прекрасная длина. Длина почти 85 сантиметров. Лена с Таней выбирают брюки, а Ольга выбирает платье, юбку. Что бы вы ни выбрали, в вашем гардеробе появляется стильная модель, которую вы будете носить 3 сезона.